Здравствуйте! В эфире программа «Жилье мое». Еженедельно мы решаем актуальные вопросы жилищно-коммунального хозяйства Ярославской области. В студии Юлия Царева. Сегодня в программе. На улице плюс, а в некоторых домах плата за отопление растет. В причинах разбиралась наша съемочная группа. Час икс настал. Приватизация жилья в России выходит на финишную прямую. Вас затопили соседи? Как возместить ущерб? Расскажет наш специалист. Плюсовая температура, а суммы за отопление продолжают расти. Жители 15-го дома по улице Бабича на празднике получили неприятный сюрприз в качестве увеличения коммунальных счетов. Причем взлетела только одна строка – оплата отопления. В причинах роста счетов разбиралась наша съемочная группа.